В 2007 году в Сланцах родилась традиция шествия выпускников. И вот уже в пятый раз школьники собрались перед городским домом культуры, чтобы пройти праздничным торжественным маршем по центральной улице города. Школьники, выстроившись колонной, праздничные, нарядные, торжественным маршем отправились по улице Кирова к городскому парку культуры и отдыха. Погода в этот день выдалась прекрасная. Раз в год выпускники устраивают свою праздничную демонстрацию. Их приветствуют жители города. Ну а в парке обязательно встречают руководители города и района. Я бы хотел вам пожелать здоровья, пожелать вам успехов впереди на вашем непростом жизненном пути, где проблемы, которые вы решали с родителями, с учителями, вам придется решать одним. Хочется, чтобы вы достигали тех поставленных задач, которые вы перед собой ставили. Поэтому еще раз хочу вас поздравить с окончанием школы, с последним звонком. С праздником вас! На самом деле перед вами открыты все дороги. От вас будет зависеть, от вашего трудолюбия, целеустремленности, чего вы добьетесь в жизни. Я вам желаю на этом пути успеха. Я очень хочу поздравить вас с окончанием школы, связанные с днем последнего звонка. Но я очень хочу пожелать вам успешной сдачи экзаменов. Я очень хочу пожелать вам, чтобы все ваши мечты сбылись, чтобы вы в полной мере реализовали свои потребности, запросы. Я хочу пожелать нашим педагогам, чтобы они гордились вами, наши дорогие выпускники. И я хочу поздравить ваших родителей, которые сегодня очень радуются этому дню. Школьников также поздравляли родители, друзья. На сцене в этот день прошел целый концерт. Такое яркое событие обязательно останется в памяти каждого выпускника на всю жизнь. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоят мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это Бог.